В программе визита польских дипломатов на Брещину один из центральных пунктов – встреча с руководством области. Разговор о том, на каком уровне сегодня находится товарооборот двух стран, а также какие направления сотрудничества стоит развивать более эффективно, состоялся на текущей неделе в городе над Бугом. В ходе мероприятия заместитель председателя Брестского облсполкома Михаил Серков отметил, что Центральная Европа и Польша в частности являются для региона одним из самых значимых торгово-экономических партнеров и выразил уверенность в том, что потенциал развития отношений велик во многих сферах и отраслях. Мы хотели бы видеть предпринимателей польских, инвесторов, которые готовы вкладывать деньги непосредственно в переработку овощей. Здесь у нас, на нашей стороне, мы готовы помогать польским предпринимателям и содействовать как бы в их более быстром вхождении на наш рынок. Со своей стороны, мы попросили помочь и поддержать наших предпринимателей, наши предприятия, которые бы хотели активно работать на рынке строительных услуг непосредственно в Польше. Для развития экономического взаимодействия необходимо политическое сотрудничество. В этом направлении также наметился прогресс. В ближайшее время, впервые за много лет, нашу страну с официальным визитом посетит министр иностранных дел Польши. Поскольку к так знаковым мероприятиям надо серьезно подготовиться, вот я сегодня в Бресте с целью прежде всего изучения вопросов, связанных с границей, то есть трансграничного и пограничного сотрудничества между Польшей и Беларусью. Во-вторых, в связи с вопросами экономического сотрудничества. Помочь вывести деловые отношения на новый уровень должен форум «Брест-2016», который состоится в областном центре в конце апреля. Михаил Серков пригласил представителей Польши принять участие в мероприятии. Еще один крупный экономический форум, где у бизнес-сообщества двух стран будет возможность договориться о сотрудничестве, «Добрососедстве-2016» пройдет в Беларуси в июне. Анастасия Стропко, Кирилл Липовик, Антон Луговкин, телекомпания «БУК-ТВ».